Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами канал Юбилейные Монеты. Сегодня на обзоре мы поговорим о монетах номиналом 25 рублей. Эти монеты были посвящены серии «Оружие Великой Победы» и приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Монеты чеканились на Московском монетном дворе из медно-никелевого сплава, тиражами в 1 миллион экземпляров каждая монета. Монеты у меня в мешковом состоянии, без оборота. Данный набор примерно сейчас стоит от 700 до 800 рублей. Серия получилась довольно-таки интересная. На обзоре у меня первый выпуск монет. Это 9 монет. На каждой из монет изображение самого оружия Великой Победы и фамилия с инициалами его конструктора. Давайте начнем. Рассмотрим каждую монету. Итак, первая монета у меня — это ПТРС образца 1941 года. Конструктор у нас С.Г. Симонов. Такая монетка. Далее у нас идет вот такая монета. Это также серия, как вы видите, по кругу написано «Оружие Великой Победы». На каждой монете так написано. И изображение у нас подводной лодки «Щука». Конструктор у нас Б.М. Малинин. Переходим к следующей монете. Это монета с изображением ЗИС-3, В.Г. Грабин. Такая монета. Следующая монета у нас с изображением ПШ-41. Конструктор данного оружия — это Г.С. Шпагин. Следующая монета у нас ИС-2. Конструктор у нас Ж.Я. Котин. Такая монета. Следующая монета у нас П2. Конструктор у нас В.М. Петляков. Кстати, в нашем городе есть завод по производству данных самолетов. Ну, не данных самолетов, Б-200. И конструкторское бюро имени Петлякова. Вот. Такая монета. Следующая монета у нас У-2, ПО-2, НН Поликарпов. Вот такая красивая монета. Следующая монета у нас с изображением М-30, Ф.Ф. Петров, конструктор данного оружия Победы. Такая красивая монета, ребят. И заключающая монета, последняя монета, заключительная,
это монета с изображением легендарного танка Т-34. И конструктор у нас М.И. Кошкин. Такая вот монетка. Вот такой, ребят, у нас первый выпуск монет данной серии. Ну а если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем спасибо за внимание и всем до скорых встреч. Всем пока!